Ну а в Лондоне многотысячный протест против Брексита. Десятки тысяч людей прошли маршем по центру столицы Великобритании под лозунгом «Объединимся для Европы». Уже через 4 дня правительство официально запустит процесс выхода страны из Евросоюза. Лондонцы несли транспаранты «Остановите Брексит» и «Мы хотим остаться». Завершился марш митингом на площади возле парламента. Там в среду произошел теракт, в результате которого погибли 4 человека.